Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали: здоровье вятского населения, особенно мужской его части, волновало губернатора Вятки того времени. Начальник губернии предложил губернской земской управе немедленно распорядиться об отводе или найме помещения для осмотра и освидетельствования проституток города Вятки, с тем, чтобы оно вполне соответствовало своему назначению, и о последующем сообщить врачебному отделению. Не без гордости 100 лет назад газета «Голос Вятки» сообщила о поездке фотографа Дюркоопа в Америку. Известный фотограф Дюркооп приглашен в Америку для прочтения ряда лекций по европейскому фотографическому искусству. Лекция по русской фотографии будет иллюстрирована художественно-фотографическими работами ветчанина Лобовикова. Газета «Голос Вятки» опубликовала веселую хронику. Смеялись многие. Даже земское собрание над своеобразной командировкой некоторых учительниц на сельскохозяйственные курсы в Казань, указывая на то, что многие из командированных, как истые горожанки, ничего в сельском хозяйстве не понимали и не имели любви к нему. Но все ошиблись. Благодаря новому веянию моды, сведения особенно по садоводству и цветоводству даром не пропали и оказали неоценимую услугу этим курсисткам при выборе в нынешнем сезоне шляп и посадки на них цветов и фруктов. Они могли назвать даже по латыни, что за цветы украшают их шляпки, что дамам сделать бывает весьма затруднительно. Следовательно, управа знала, что делала. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.